В ходе одного из рейдов полицейские Кибастуза задержали мужчину, который на протяжении 5 месяцев числился в межгосударственном розыске. В июле этого года гражданин Таджикистана побывал в Челябинске, где совершил убийство и скрылся. 15 ноября в ходе рейдового мероприятия на одном из строительных объектов за осуществление трудовой деятельности без соответствующего разрешения были задержаны 3 граждан Республики Таджикистан. Указанные граждане были доставлены в отдел миграционной службы для установления личности. При проверке по базе данных выяснено, что 3 иностранцев прибыли в Казахстан с частной целью. Также установлено, что 22-летний иностранец в июле месяце текущего года был объявлен в межгосударственный розыск у МВД Российской Федерации по городу Челябинск за совершение убийства. О задержании сообщено инициаторам розыска. За нарушение миграционного законодательства в отношении 2 иностранцев составлены административные материалы по статье 517 части 5 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.